Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мелогейм. Ребята, посмотрите, какие классные шапочки у наших питомцев. На головах прикольные, в форме морковки. Ура! Новогоднее обновление пришло котику Тому и его друзьям в дом. Посмотрите, как красиво у него наряжен дом. Есть вот такие новогодние носочки висят. И кухня в гирлянде. И даже туалет. И тот украшен елочкой с красным бантиком. Везде висят снежинки. Ну, конечно, шапочки классные, очень яркие. И даже пылесосик у нас превратился в новогоднего оленя. Очень-очень красиво. Ну что, Бэк, отправляйся тоже. Анжела и Хэнк сделали свои дела, и они уже хотят играть. Ой, а на улице снежок. Сейчас пойдем погуляем и посмотрим, какой же красивый снежок выпал около дома друзей. Бэк у нас стала грязненькая. Ой, Джинджер, а ты что тут платье напялил и парик надел? Ну ты даешь. Джинджер, похоже, немножечко решил посмеяться и нарядился в костюм вот такой прекрасный. Прекрасный Мерлин Монро. Ну что, ребята, нужно еще нам заглянуть с вами в холодильник, ведь там появилась новая новогодняя еда, очень красивая. Там даже пряничный человечек появился и карамельная красная палочка. Какого же красивого снеговика слепили питомцы. Молодцы, очень большой снеговичок. Бэк отправляется купаться. Над ванной у нас веночек такой красивенький висит. Красота, да и только. Правда, ребята, мне очень понравилось новое обновление. Есть шарики по углам. Какие же здесь большие шары возле песочницы лежат. И тут тоже снеговичок. Интересно, а вода у нас застыла? Давайте проверим. Нет, ребята, вода не превратилась в лед. Значит, не так уж и холодно у наших питомцев. И Бэк у нас закаляется. Она у нас моржиха. Зимой в водичке купается. Было бы, конечно, прикольно. Ой, Бэка нечаянно решила проверить, как снеговичок у нас разговаривает. И Бэка попала Бэке. Джинджер решил приготовить что-нибудь вкусненькое. Давайте мы его нарядим в костюм повара и наденем на него шапочку-морковку, чтобы он тоже не отставал от друзей и был такой же новогодний и нарядный. Еще я слышала, что будут другие наряды, тоже новогодние. Можно будет посмотреть эти наряды в заставке перед игрой, картинка, которая высвечивается. Там есть новогодние наряды новые, они очень-очень красивые. Наверное, нам они попадутся, когда мы будем ездить в город. Скорее всего, будут попадаться в пакетиках, в магазинах. Но вот эта морковка была сразу в нашей гардеробной комнате. Ребята, посмотрите, какой снежок пушистый, красивый, большой. А мы поехали в город за подарочками. Все магазинчики открыты, куда же поехать? Глаза разбегаются. Давайте поедем на детскую площадку. И здесь нам попалось очень много всего, что нам пригодится в хозяйстве, но нам нужны еще монеточки, чтобы покупать новогоднюю еду. 20 монеточек, прекрасно. Так, уже все хотят есть, уже хотят попробовать новогодние вкусняшки. Да, котик Том, сейчас мы будем пробовать, но нам нужно еще немножечко монеточек подзаработать. Кто же займется зарабатыванием монеточек? Давайте-ка, может быть, это будет Бэк, мы поездим с ней на скейте, да, на скейте очень быстро зарабатываются поездки, поэтому отправляемся с морковкой Бэкой покататься на скейте. И режим профи, за него больше монеточек дают. Смотрите, как она смешно смотрится с этой морковкой на голове, и на скейте очень прикольно она катается. Главное, морковку не задевать за разные вот эти вот ящички. Ну что, летим, летим. И 70 счет собираем. Нужно не пропускать монеточки, чтобы быстрее у нас счет рос. И мы получили поездку еще одну. Так, Бэка, молодец. Объезжаем. Так, птичек мало, это очень хорошо. Хоть бы этих птичек всегда было мало, тогда мы бы долго с вами катались на скейте и собрали бы побольше монеточек. Так, вперед, вперед. И мы с Бэкой очень долго ехали на скейте, ребята. Очень долго. И даже побили собственный рекорд. Представляете, ребята? Тысяча 400, ребята, мы побили наш прошлый рекорд. И мы с Бэкой еще едем. У нас последнее сердечко осталось, ребята. Очень много птичек попадаются на нас встречу.
Неужели мы наберем 2000? Ну, я, конечно, сомневаюсь, это будет очень-очень долго. Но мне кажется, что мы уже много поездочек заработали. Поэтому, Бэка, может быть, уже врежешься? Нет, она не хочет. Она хочет все-таки еще понабирать. Ребята, посмотрите, как же Бэка хочет новые обновки на Новый год. Попробовать новую вкусную еду. Как же она старается, зайчишка. А вы, ребята, уже знаете, что вы хотите на Новый год? Какие подарки? Бэка с Анжелой хотели новые костюмчики. Вот, пожалуйста, у них уже есть новые шапочки. А мальчики хотели что-нибудь вкусненькое, и появилась новая еда в холодильнике. Поэтому желания исполняются. Новогодние желания уже начали исполняться. А мы поехали в магазинчик и заедем в кулинарный магазинчик с лопаточкой. Очень такой прикольный и красивый. Что, ребята, открываем? Давайте смотреть. И это 6 бананов. Новая шестиугольная плитка в ванную комнату. А здесь 10 монеточек. Мало-мало монеток, надо больше. Нужно нам больше монеточек. Так, пистолетик, чтобы лечить питомцев. И еще 30 монеток, прекрасно. Но у нас еще есть 2 поездочки. И мы отправляемся с вами в спортивный магазинчик с баскетбольным кольцом. И это обычные семена, 1 штучка, 2 сыра, 20 монеточек и широкие ворота для игры в футбол. Прекрасно, ребята. Ну а теперь мы с вами поедем в кубик Рубика с лампочкой с огромной наверху. Это для микроскопа, опять семена, 30 монеточек, суши и... Что же будет в пакетике? Давайте выберем с вами самый лучший пакетик. Посмотрите, как наши морковки стоят и ждут. Очень они смешные в этих шапочках. Это один молоточек, чтобы лечить питомцев. Прекрасно, ребята. Бэка наконец-таки накаталась. Ой, Бэка, и она, как всегда, захотела спать. Ну ты, Соня, за Соня. Мы без тебя... Сейчас едим все вкусняшки. И Хэнк, я вижу, тоже спать захотел. А у Джинджера здесь плита сломалась. Ну ты, поваренок, даешь. Как же ты старался, готовил. Даже плиту нам сломал. Духовка отвалилась. Ну что, усаживайся, будем кушать. Может быть, ты нам что-то новогоднее там приготовил. Давайте, ребята, посмотрим, что же за новые вкусняшки появились на кухне у котика Тома. А плиту потом починим. Нам сейчас не до плиты, нам нужны монеточки, чтобы покупать вкусняшки. А, кстати, нам же нужно сделать еще и ремонт. У нас же попалась новая кафельная плитка для ванной комнаты. Вот такая сиреневая, очень красивая. И, кстати, подходит под снежинки. Они тоже такие фиолетовые. Кошечка Анжела, пойдем. Будешь тоже кушать. Или нет, ребята, давайте-ка мы ее усадим на качели, а то если они все разом захотят спать, мы потом не сможем ни с кем поиграть. Пусть у нас кошечка Анжела ждет на качелях, а мы пока покушаем, а потом мы ее обязательно накормим. Ну что, Бен, Джинджер и Том готовы. И вот, ребята, какая красота. Маршмеллоу в такой красной кружечке новогодней, пряничный человечек, кексики. И целая курица запеченная, рождественская, очень красивая. Есть карамельные палочки и желе. Очень красивые сладости. Правда, ребята, мне очень понравились. Какие красивые палочки карамельные, очень такие большие и яркие. Ну все, на этом все. Но мы набрали нашим питомцам. Сейчас будем делать смузи. Что же для начала смешаем? Давайте смешаем маршмеллоу. Мне очень понравилось. Мой самый любимый, вот это маршмеллоу, самый красивый. Такой у нас, кстати, по-моему, у Тома первого такое было угощение, а у Тома второго такого не было угощения. Ну, палочки карамельные, конечно, это распространенное такое лакомство на Новый год, поэтому они очень часто встречаются. Так, ну Томику что-то не понравился первый смузи. Странно-странно, я думала, что он получится очень вкусный. Ну давайте теперь, наверное, это все-таки индейка, а не курочка. Давайте смешаем. Интересный цвет получился, такой зелененький под цвет ботвы морковки. Ну держи, Джинджер. Ой, Джинджеру понравилось. И он у нас превратился в такого бронзового котика с морковкой. Памятник. Какой-то бронзовый получился. Ну, давайте смешивать еще что-нибудь интересненькое. Может быть, так покушаем? Ну, Бен, как тебе? О, это звездочки, ребята. Это очень красивая реакция со звездочками. Ну, реакции, в принципе, все те же. Новых пока не наблюдаю. Котику Тому я дала пряничного человечка. И ему очень понравилось. Но реакции никакой не было. Давайте теперь еще что-нибудь смешаем. Давайте сделаем желе и маршмеллоу. Красивый, посмотрите, какой смузи красно с коричневым получился. Ну, держи. Ой, ребята, у нас теперь еще и блендер будет ломаться.
Посмотрите, какой ток, разряды тока на нем светятся. Да, ну, конечно, теперь придется еще и блендер чинить. Ну, ладно. Что ж поделаешь, раз такие дела, придется его чинить. Посмотрите, как он дымится. Перегорел наш блендер. Так, ну что, Томик, ему вроде не очень понравилось. Вот такие вот вкусняшки. Реакции, в принципе, те же, но они очень красивые. Согласитесь, ребята, очень красивая новогодняя еда. Ну а теперь нужно что-нибудь полезное покушать. Сладкого много, кушать вредно. Поэтому мы что-нибудь им полезненькое дадим. Давайте это будут фрукты. Ой, Джинджер решил еще сахарную вату скушать. Ну хорошо, ну хорошо. На том, держи. Всем троим мы дали по сахарной вате. Ну а теперь что-нибудь полезненькое. Это ананасик. И можно еще поесть бананчиков. Или лучше ягодки, да, это же собственные ягодки с огорода. Очень вкусные, полезные, и в них много витаминов. О, Джинджер, сам захотел съесть лук. Конечно, Джинджер, лук всегда только за, нужно его кушать. По-моему, им такая еда даже больше нравится, ребята. Посмотрите, какие они довольные. Бен, банан тебе и... Ой, Джинджер под стол свалился от удовольствия. Какой же вкусный банан был. И он наелся. Бен у нас тоже наелся. И котик Том наелся. Прекрасно, можно выпрыгивать из-за стола. Все, ребята, они захотели спать. Кто бы мог сомневаться. Конечно же, у нас же Соня за Соня они стали. Все дружненько идут на кроватку на свою любимую. Ну, пойдемте, морковки, я вас уложу спать. Хэнка мы уложим туда в уголочек под гирлянду. Гирлянда очень красивая, такая фиолетово-голубая с желтым. Бен у нас на подушечку на оранжевую улягется. Беку мы под балдахин, как принцессу-морковку. Котика Тома с краешку, смотри, не упади, когда будешь спать. Ну и Джинджера тоже вот на эту кроватку. Пылесосик-олень просто прекрасный, мне он нравится. У него такой смешной носик красный. Анжела у нас спать не хочет. Мы ее специально оставили с вами кататься на качельке. Она здесь любуется новогодним снегом. Посмотрите, какой он пушистый, красота. И еще для нее играют вот такие шарики елочные. Мелодия. Красиво, ребята. Зима очень красивая, особенно когда она снежная. Много сугробов и такой прекрасный снежок идет. И можно слепить красивых снеговиков. Но снеговики здесь просто превосходные. Мне понравились, очень красивые. Ну что, кошечка Анжела, я думаю, что ты проголодалась. Может быть, мы все-таки пойдем уже с тобой покушаем. Кстати, может быть, у нас новые мелодии появились новогодние? Я бы хотела, чтобы в гитаре появились новогодние мелодии. Давайте-ка проверим. Так... Короткая и милая. Держи себя в руках. Мечта, герой боевиков. Немного волшебства, биение сердца. Веселый танец, все закрыт. Нет, ребята, новых мелодий нет. Но мы все-таки с вами сыграем мелодию. Ведь Новый год это всегда очень весело. Поэтому нужно слушать музыку. И... А еще лучше самим играть на музыкальных инструментах. Это очень классно. Когда умеешь играть на музыкальных инструментах. Поехали, режим профи. Это значит, что будет сейчас не так-то легко это исполнить, так что будем стараться. Так, на зеленую, синяя, оранжевая, красная и зелененькая. Они здесь все в разноброс идут. Так, оранжевая, красная, оранжевая, синяя, зеленая, оранжевая, синяя, красная. Так, ну тут, ой, ребята, одно сердечко потеряли. Так, будем стараться лучше, чтобы больше не терять сердечки. Оранжевое, синее и красное. Давайте-ка зеленое, оранжевое, зеленое, синее, оранжевое, красное. Когда они идут подряд, это легко. Но когда они начинают в разноброс идти, то это сложноватенько уже будет. Ну, здесь подряд, ничего сложненького. У нас уже 4 помножить на баллы. Это очень классно. Подряд, синее, оранжевое, красное и еще рядочек. И теперь сложно, ребята, главное нажимать вовремя. Красное, синее, красное, оранжевое, синее и еще оранжевое, зеленое. Ой-ой-ой, сложный момент. Нужно срочно успеть. 5 умножить на баллы. Мы с вами прекрасно справляемся. Это очень классно. У нас, кстати, еще 2 сердечка в запасе есть, поэтому можно не волноваться. Так, красненькое, зеленое и оранжевое. Какая же длинная мелодия, когда она уже закончится. Я боюсь потерять все баллы. Ой, сейчас сложно пошло.
Так, синяя, зеленая и красно-оранжевая. Мелодия красивая, но она, конечно, не новогодняя. Хочется какую-нибудь еще новогоднюю мелодию, чтобы добавили, чтобы ее играть на Новый год. Было бы очень прикольно. Все, ребята, мы справились с вами. 5 помножить на баллы. И у нас набралась поездочка. Куда же мы с вами поедем, ребята? Давайте-ка мы еще не были в творческом магазинчике с кисточкой и с палитрой. Нам здесь попадается сыр и микрофончик, а еще 40 монеточек. Все, Анжелочка, отправляемся с тобой кушать на кухне. Ты еще не пробовала новогодние вкусняшки. Давайте она у нас поедет на пылесосе олененке. Джинджер подглядывает и дальше спать пошел. А мы поехали на кухню. Усаживайся за новогодний стол и будем выбирать, что же мы купим кошечке Анжеле. У нас есть 40 монеточек. Может быть, ей все-таки пряничного человечка возьмем за 15. Ну и, наверное, карамельную палочку или желе. Давайте лучше желе, оно очень красивое. Я думаю, что ей понравится. Ну и можно будет еще взять... Например, яблочко одно. Хочу сделать смузи с яблочком. Может быть, будут какие-то интересные реакции. У нас починился блендер. Даже не пришлось смотреть рекламу. Это очень классно. Давайте смешивать яблочко и желе. Ну, держи. Красивый салатово-красный смузи. Надувается кошечка Анжела. Вот такая надутая морковка у нас получилась. Обычно с яблочком у нас реакция уменьшения, когда они маленькие подпрыгивают. А сейчас получилась вот такая реакция, воздушный шарик. Ну, пряничный человечек. Давайте-ка так просто дадим. Или будем делать смузи. Ну, давайте здесь сделаем смузи. У пряничного человечка, кстати, очень красивый комбинезончик такой джинсовый. С чем же смешать пряничного человечка? Может быть, с булочкой? 2 печеных ингредиента. Булочка, запрыгивай, бежево-коричневый смузи получился. Держи, кошечка Анжела, пробуй. Нам уже интересно, что же будет. И ничего не произошло, ребята, так себе получился смузи. Ну а теперь давайте-ка смешаем что-нибудь полезное. Это авокадо и помидорчик. Много новогодней еды мы есть пока не будем, ведь впереди еще много дней, и мы сможем попробовать это все вкусное. Поэтому... слишком не будем баловать наших питомцев. В следующих сериях обязательно еще сделаем смузи с новогодними ингредиентами. А пока дадим полезный смузи кошечке Анжели. Это ананас и ягодки черники. Держи, и блендер опять сломался. Вот такая золотая морковка получилась. Все, ребята, я думаю, что кошечка Анжела наелась, ей достаточно. Интересно, захочет ли она сейчас спать? Сейчас посмотрим. Кошечка Анжела захотела спать. Приятных сновидений вам, веселые новогодние морковки. Друзья, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. И встретимся в следующем видео на канале Мелагейм. Всем пока-пока.